Носки или современный гаджет. Женщины Хакасии стоят перед выбором, что подарить своим защитникам на 23 февраля. Аналитики и наш корреспондент Елена Крылова выяснили, какие презенты самые популярные. Обычным подарком сегодня уже никого не удивишь. Здесь на помощь приходят маркетологи. Они нам придумывали такого, в общем, только готовь деньги. Подушки антистресс, кружки самого безумного дизайна. Вот, например, в виде объектива. В магазинах интересно, как в музее. Самое приятное в подарке – это выбор перед праздниками, и у продавцов хорошее настроение. Люди приходят такие, ух, они прям с такими эмоциями положительными. Ну, приятно работать. Кто сказал, что защитники Отечества не любят сладкое? Они просто не признаются, а ведь сегодня и шоколад может выглядеть очень брутально. Шоколадный набор, молочный шоколад с темным. Есть инструменты прямо все. Очень разные. Хорошо тем, у кого главному мужчине в жизни лет 5, можно идти в детский магазин. А со взрослыми сложнее. Аналитики выяснили, что чаще покупают перед 23 февраля. На первом месте всевозможные гаджеты и аксессуары к ним. На втором – одежда. Это и приятно, и практично. В последнее время женщины стали дарить товары для отдыха. Ну, хорошие это рыбалочные снасти можно это приобрести. Палатку. Палатку вот это отдыхающую. Ну что? Каждая женщина знает, что подарить своему любимому мужчине. Она это выяснит в течение года до праздника, и он будет счастлив. А вообще скромность нынче не в моде, нечего стесняться. Можно и заказать подарок заранее, а там уже жена решит, хорошая идея или нет. Ну, я уже заказал себе подарок, нож. Нож? Да. Кстати, не теряет актуальности и самый мужской подарок – носки. И в этом плане женская фантазия неудержима. Их оформляют в виде самолетов, танков, продают в консервных банках. До сих пор популярны букеты тоже из носков. В общем, подарок можно оформить и за копейки. Главное – от души. А еще говорят, сколько бы лет не было вашему мужчине, подарите ему радиоуправляемый вертолет. И восторг обеспечен. Елена Крылова, Дмитрий Кузнецов, Вести, Хакасия.